тряпки, перчатки, ящики с рассадой и желание сделать город лучше. В Химках обновляют цветочные клумбы. Еще несколько недель назад жители города радовали клумбы с тюльпанами, но сейчас они отцвели, и пришло время заменить их на бегонию. И будут цвести до конца сезона, до конца лета. Летом их выкопают и посадят тюльпаны снова. Помочь коммунальщикам сделать город лучше пришли члены движения общественной поддержки «Химки. Интересно жить». Вместе с рабочими они рыхлили землю, подготавливали клумбы для посадки. Жители Химок очень любят, когда город начинает цвести после протяжной холодной зимы. И именно по просьбе жителей мы и совершаем подобные акции и высаживаем цветы, которые будут цвести уже буквально скоро совсем. Сажают цветы по всему городскому округу. Совместными усилиями активистов и жителей обновленные цветочные клумбы появятся в каждом районе Химок.